Только за одни сутки в минувшие выходные в Целиноградском районе откачано более 24 тысяч кубометров талой воды. Всего в 10 районах области на сегодня откачано свыше 98 тысяч кубометров. На сегодняшний день в части гидропластов наблюдается колебание уровня воды, связанное с таянием снега, русла рек. Превышение критических норм не зарегистрировано. Всего на территории области местным исполнительным органам также очищено более 60 тысяч метров арыков и каналов. Для проведения данных работ от местных исполнительных органов, ДЧС и ДП задействовано порядка 400 человек, 158 единиц техники. В связи с приближением северо-западного циклона на территории Акмолинской области в ближайшие сутки ожидаются небольшие осадки в виде дождя, а также усиление ветра юго-западного 15-20, местами на севере, востоке области порывами до 25 метров в секунду, а также в дневное время в связи с поступлением теплых воздушных масс ожидается повышение температуры воздуха до 13-18 градусов тепла. Акмолинскими спасателями подготовлено около 12 тысяч мешков с инертными материалами. На сегодня порядка 5 тысяч уже уложено. Усиленная противопаводковая работа в районах области продолжается. В настоящее время превышения критических отметок и подтопления нет. Зарина Жунисбекова, Марат Ахмеджанов, Амир Койшибаев, Кокши, Ахпарат.